Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Позади меня находится Ту-134, о котором мы с вами говорили в предыдущем видеоролике. И сегодня наступил тот момент, когда я, капитан Вия, и мой второй пилот Вадим Шлак наберут, наконец-таки, борт-самолет и отправимся в полет. Наша конечная точка будет какая? Москва. Москва. Мы отправляемся в столицу нашей родины, нашей России, Москву, из столицы нашего Северного Урала. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Давайте познакомимся с персоналом. Это Полина, она будет нашим старшим бортпроводником, ну или же, чтобы понятнее было, стюардессой. Вот здесь она будет работать, готовить пищу для наших пассажиров. Все уже подготовлено для тебя по высшему разряду. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Проходим, не задерживаемся. Вот так вот я и говорю. Проходим, не задерживаемся. Проходим. Спасибо. Вот, это наш пассажир, стажер. Это наш тестовый пассажир. Так, это... Ты дебил, этот, пристегни ремень безопасности. И этот, Слышь, стюардесса! Почему у вас придурок этот, пассажир, ручную кладь не знает, куда складывать? Не объяснял, у вас стюардесса, видимо, это необычная. Сейчас, ты рот свой закрой, сейчас перед полетом будет инструктаж. Инструктаж прочитала? Конечно, прочитала. Все, давай, сейчас инструктаж будем проводить. Ты тупой, что ли? На, читай. Да что читать? Так читай! Чего, не понял, что ли? Ну? Взлет, посадка, все, прочитал. Читай. Так, уважаемый пилот, здесь у нас все, судя по всему, хорошо, да? Да, все, готово. В этом рейсе вам предстоит отработать в одиночку. Текст там выучили, типа, вам нужно будет, когда мы будем в салоне, там сказать, типа, здравствуйте, добро пожаловать. Да, это я знаю. Все выучил, да? Да, да. Все хорошо. Импровизация, мой конек. Я буду вторым пилотом на подхвате, как бы, то есть не буду рулить, но если что, ты меня позовешь, окей? Да, если что-то случится, позову. Ну вот, а так сам справишься, наверное, да, совсем. Конечно. Все тут вот на себя, туда, налево. Да, газ, тормоз, да, ты, мы же там тормоз. Совсем разобрались. Короче, через у нас взлет через сколько? Через 15 минут. Да, запроси разрешение на взлет. Если не разрешат, то пофигу. Взлетим. Так. Что ты делаешь здесь? Это этот черный ящик. Он черный. И черный ящик, он записывает всю информацию. Там в случае под. Там внутри находится черная штуковина, которая записывает все происходящее. Это обязательно нужно в случае падения, там, сам понимаешь. Обязательная история. Так, это вообще тебе не должно касаться, ты зачем все снимаешь? Эх, ладно. Так, короче, это. Все. Все, у нас тут готово, все это, да? Хорошо. Мы, в принципе, сейчас будем взлетать. Ты... Тихо. Что надо? Воды мне, пожалуйста. 500 рублей. 500? Да? Да. Да-да. Угу. О, спасибо, спасибо. Пожалуйста. А что-то не полная бутылка. Ничего страшного, пейте. Хорошие, да? Водички в авиалинии. Давай. Подождите, глоток. Че, продала? 500 рублей, чтобы не вышел с этого самолета, пока не заплатит. Все, когда мы там уже полетим? Товарищ капитан, это самое, на вылет запретили. Сказали, нельзя. Запрещают вылет? Да. Выключи рацию и взлетай. Хорошо. Алло, да. В смысле вылет? Чего? Не было... Да, конечно, не было инспекции на неисправности. Она у вас стоит 100 тысяч рублей. Инспекция на неисправности. Все, я готов взлетать. Мы будем взлетать. Штраф? Какой штраф? В смысле 100 тысяч рублей? Так это столько же, сколько и техническая инспекция. Ну, так какая разница, собственно? То есть вы хотите, чтобы я еще прошел техническую инспекцию, заплатил 100 тысяч рублей, не прошел ее, заплатил штраф? Я проще сразу заплачу штраф и все. Иди в жопу. Ну ладно, такой подход тоже может быть. Все, взлетаю. Оп. Так, где стартер? О, сейчас. Оп. Все, у нас все готово к взлету. К взлету готовимся! Так, самое главное, стартер. Так, все готово. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Да что опять? Стартер не крутит! Как не крутит? Я же его чинил. Надо вручную толкать. Толкача. Так, короче, смотри.
Сейчас я сбегаю, раскручу турбины и... Да, и я подхвачу. Да, да, ты подхватывай и не глохни. Подгазую. Да, не глохни, не глохни. Ты на ходу, я на ходу запрыгну. Да, двери давай. Не закрывай, понял? Хорошо. Я запрыгну. Давай. Так. Да. Сейчас этот объявление от пилота будет. Вадим Шлак, давай объявление. Здравствуйте, дорогие пассажиры, с вами я, пилот Вадим Шлак, и наш самолет начинает набирать высоту. Пристегните ремни. А, да, точно. Ремни, слышал? Пристегивай ремни. Тебе же дали эту бумажку, прочитал? Да. Да пристегивай ты там, если не пристегивай. Вот, все, молодец. Блин, да все спасет, не переживай. Во-в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 о! Взлетели? Слышь, прикинь, взлетели? У меня аж мурашки по коже пошли. Все, ништяк. Две линии. Все, летим. В чем Москве-то будем делать? На Красную площадь пойдем? Летим туда прям. Это уже от пилота? Нет. Мне в туалет надо срочно. Какой туалет? Здесь нет туалета. Я его не починил. Там, если нажмешь смыв, тебя засосет туда. 500 рублей. Вот и все, с этого и стоило бы начать. Вот люблю я летать в самолетах, это вообще прям по кайфу на самом деле. Есть такая история. Все нормально, полет хороший, все под контролем, все хорошо. А что ты делаешь? Там второй пилот есть, заткнись. Да? Автопилот называется. Подожди, так ты поставил на автопилот и ушел? Я не нажал ее. Ты не нажимал? Ну там он есть. Так нет, там кнопка клинит. Ты не нажимал? Нет. А что надо было? Я думал, он автопилот, ну а то он авто, что он там. Слушай. Понимаю. Все, иди на место. За что я тебе плачу? Я вообще не плачу. Пока нет, потому что первый вылет только. Что, ролик посмотрит, офигеет же. Ну кто это не вставляй, все, что ты... Мы снимаем типа промо-ролик. Все, это... Можно отстегиваться. Тебе нельзя, я этот, я директор авиакомпании, мне можно отстегиваться, тебе нет. Пусть лететь, да? Уважаемые пассажиры, сейчас у нас объявляется обед, скоро я к вам присоединюсь. О, вот это другое дело. Вот все, ништяк, как раз час пролетели, и это, сейчас будем есть. О! Это ваш обед. Так, столик был? Спасибо, что летели с нами. В смысле летим с вами, а мне? Чё? Борщ сибирский с мясом витаминизированный. Почему пилот вышел? Там обед же я объявил, то где обед мой? О, ништяк, всё, я, у меня обед. Чё, Вадим Шлак. А? Вадим Шлак. Мы как? Там. Обед. Пошёл вон, отвернись. Обед же объявил, значит обед. Иди, жри его в кабине пилота. Ты понимаешь, что там, понимаешь, мы взлетели без разрешения. Там другие самолеты могут напротив лететь. Обед! Иди там, жри его! Там другие самолеты могут, их надо облететь! Это тоже не самолеты? Это не вставляй! Какие самолеты? Без разрешения? Что без разрешения? Что? Ой-ой-ой. Ты понимаешь, у тебя это воздушная контузия началась, нет? Сиди, ешь свой обед. Воздушная болезнь, ешь свой обед, все. Скажи спасибо, что он у тебя в этот, в обед вообще включен. Ведешь себя неблагодарно, я и так тебя бесплатно везу за свой счет, можно сказать. 500 рублей уже. Ты где найдешь билет до Москвы за 500 рублей? Дай мне такой билет, братай. Да черт, а это, тормоза-то где? Какие тормоза? Так остановиться надо. В смысле, зачем? Там самолет летит. Какой самолет? Ты что, в смысле самолет? А, вот. Черт возьми. Да успокойся ты. Где? Тормоз где? Какой тормоз? Подожди. Да я обратно включу рацию. Подожди. Радиста нет у нас. А, точно, рация там, блин. Но я выведу на этот, на громкую связь, подожди. Да не крути ты. Вот она. Алло. Алло, прием. Это борт 1 авиалинии. Авиалинии 1. Авиалинии 1. Прием. Прием. Мы летим вам навстречу. Прием. Вам необходимо срочно слетать. Да, мы летим прием. Навстречу. Да. Навстречу летим. Смените азимут. Что? Смените азимут. Я не знаю никаких азимутов. Мы можем столкнуться. Смените азимут. Да? Ну он же говорит что-то. Вот сделай это. Сделай.
Авиалинии, прием! Да не, Вася, вот это... Ищи курс, тут должен быть курс! Прием! А, во, курс! О, все! А, так надо на пилота было настроить, он тебя почему откал, блин? Авиалинии, прием! Ты что сделал с такого, почему он отключен? Прием! А вот, у вот, вот... Да, прием, прием! Да, прием! Все нормально, мы разобрались с управлением! Что значит, вы не умели управлять до этого или что? Нет, мы не знали, как им управлять. Что? Кто вас вообще допустил до самолета? Какие кто нас допустил? Тебя вообще это не волнует. Не твое дело это, дружище. Покиньте воздушное пространство немедленно, покиньте. Что ты думаешь, такой мастер? А давай на перегонки посмотрим, кто кого. Нет, Вадим Шлак. Нет, я не буду собирать самолеты. Давай, поехали. Короче, давай это... Понижай этот самый газ, тягу поменьше делай. Москва, надо объявить, что в Москву прибываем. А к нам не дают разрешения на посадку, в лесу придется садиться. Сядем на воду. Да, да, а получится? Достанем. Кого? Магнитом вытащим самолет, сядем на воду, вытащим. А, слушай, ну вариант, так-то давай. Есть. Так, давай, подожди, нажми кнопку передачи, передать. Так, вытягиваю вот эту штуку. Давай. Вот так. Ой, давай, как говорится, ни пуха, ни пера. Надо было пристегнуться. Ну что, вроде сели? Пойдем в салон там. Пойдем, объявим посадку. А, уважаемые пассажиры авиалинии, я поздравляю всех вас с успешной посадкой в городе Герои Москва. Да? Это полет прошел нормально. И все было чудесно. Хорошо. И прекрасно. Вы можете оставить свои отзывы на сайте нашей авиакомпании, чтобы получить скидку или по морде. А теперь давайте деньги за воду. Да, 500 рублей. Как нет? Да я не собираюсь за это вот то, что было, оплатить. Почему? Мы сели на воду. Почему там вода? С чего ты взял, что это вода? Это вода. Внимательнее посмотри, это вода. Это тестировка была, система безопасности. И там вода. Да, да, да. Это лужа на посадочке. Просто дождь льет. Да, да. Короче, давай 500 рублей и пошел вон отсюда. Нет. Мы же тебя просто вчетвером сейчас поколотим и все. Ну, вы меня поколотите и вынести из самолета, и все. Я платить не буду за это. Я с вами не полечу, я из Москвы пойду пешком обратно домой. Смотри, какой неблагодарный, а. Смотри, какой неблагодарный. Стегнуть, да, все. Давно уже было табло погасло. Табло погасло? Все. Так. Короче, пошел вон неблагодарный. А вы, друзья, я думаю, многие хотели бы оказаться на месте этого неблагодарного. А что делать-то? Из воды-то как доставать? Магнитом. Да, магнитом? Да. Надо спросить. В Москве иди купи магнит, господи, а что проблема? Открою, вода же польется, да, 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 да. Все, так, друзья, проводите его, пожалуйста, уже все. Спасибо за полет с авиалинии. Это старший пилот. Да. Дай ему в зуб. Че? Вот. Уважаемые зрители, надеюсь, вы не такие наглые, как стажер, да, надеюсь, вам полет понравился. Если вы тоже хотите присоединиться к нашим полетам, то пишите об этом комментарии, ставьте лайки под этим видеороликом, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или Живее. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.